Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 ноября, и я вот такой экстренный выпуск хочу снять из-за того, что, как всегда, активизировались мошенники. В это время года, когда начинается вот рассылка заказов и все, начинают, ну это уже традиционно, начинают у меня копировать или полностью страницу создают фейковую, или начинают копировать мою вот эту аббревиатуру, как она называется, вот эта огородная азбука, мое фото. И вот сейчас мне одна моя зрительница, ну, в друзьях у меня, в одноклассниках прислала, что началась рассылка, посылают с моими, вот видите, написано, огородная азбука Ольга Чернова. Предлагают всякие семена, ну, семена, видите, какие почему-то в пакетиках, в таких, ну, в магазинах, это просто как перепродажа, берут, наверное, где-то на оптовых базах, потом рассылают по своей цене, указаны там даже телефоны, куда позвонить. У меня нет, я никогда не рассылаю вот таких вот, как сказать, предложений, видите, написано, у нас вы можете приобрести почтой семена, овощей, цветов. Таких рассылок нет. У меня просто выставлен каталог, и люди сами ко мне выходят с предложением. Ну, рассылкой о предложении вот таких семян, особенно все знают, что я не торгую семенами цветов. Это все какие-то аферисты и мошенники. Сейчас будет создано очень много клонов, и я вас прошу, не как внимательно к этому относитесь. Не все, где я вот, видите, прицепили меня. Огородная азбука Ольги Черновой. И шуруют, продают свои семена, неизвестно какие. Когда им написали, что это же не Ольга Чернова, они уже это же объявление начали рассылать уже под наименованием «Царство томатов». Значит, имейте в виду, что и «Царство томатов» это, скорее всего, какие-то недобросовестные, раз они сначала под одним именем, потом над другим. И могут также прислать вам предложение, покупайте томаты, могут у меня взять сейчас, у меня в прошлом году воровали личные фото с моего альбома, я сейчас выкладываю свежие фото, ну вот за этот год там всякие мои томаты, ну, разложены кучками и всяко, любой может взять, скопировать эту фотографию, прицепить вот такую мою и начинать вам рассылку. Запомните, самое главное, чтобы, как сказать, отсортировать вот этих аферистов именно от моих семян. Я никогда не делаю рассылку с предложением. Покупайте у меня семена, вы можете приобрести семена почтой. Я просто выставляю каталог, И люди заходят и сами ко мне обращаются. У меня нет вот таких вот рассылок, как агрессивных. Я не шлю каждый день вот эти вот пачки, что покупайте, я продаю, У меня не такое количество семян, чтобы еще по всей стране делать рассылку вот эту. Я просто хочу вас предупредить, чтобы не было потом разочарования, чтобы вы не купили кота в мешке под моим, как под моей фотографией, под моей, как можно сказать так, маркой или названием, вот эта огородная азбука. Люди сейчас поняли, что как группа становится популярной, все это на слуху, и под шумок сейчас можно продать хоть что. Вот все это мое предупреждение. Если кто-то сомневается, как вот сегодня девушка, она засомневалась, она мне написала на электронную почту, или напишите на страницу моей в Одноклассники, лучше убедитесь, я это предложение высылаю или не я, но скорее всего это вот мошенники. Видите, как я даже не знаю, куда пожаловаться, чтобы не воровали мои вот эти фотографии, мои личные данные, чтобы не применяли их для обмана людей, вот таких огородников. Ну, я вас предупредила, что не все, где моя фотография и где написана огородная азбука, это не все мое. Видите, активизировались опять, повылазили мошенники. Все, до свидания. Желаю вам, ну, как научиться, чтобы вы не покупались вот на эту, на картиночку, лучше всего лишний раз напишите и спросите.